Двигайтесь осторожно. Здесь, ну, типа, не опасно, но из-за того, что песок вот этот мелкий, из-за этого прям осторожненько. И на камни вот эти блестящие не надейтесь. Ну, чтобы ты уверенно себя чувствовала. Ага. Вот ты видишь, сделала то, что я говорил. Большие шаги не делай. Если бы игра не стоила свеч, я бы вас сюда не тащил. Чуть-чуть ходи, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Большие шаги не делай. Ты большие шаги делаешь. Вот, вот туда наступи, наоборот. Да. Вот такие вот шажочки делаешь, и тогда ты будешь прям стоя идти. Здесь даже рукой можно задержаться. Вот сюда. Лови ее. Обратно ты побежишь прям. Туда, знаешь, как, ну, типа, обратно легко идти. Спускаться трудно. Иди туда. Теперь посмотри, сможешь ты сесть или нет. Знаешь, как надо. Вот как это, вот то, что есть где-то в Европе, вот этот памятник, ну, это скульптура русалки. Когда она сидит на боку, только в эту сторону. Еще, еще, и наверх. Надо, чтобы солнце... Вот, вот так, наклон сюда чуть-чуть, еще повыше подбородок. Можешь с закрытыми глазами. Во-во-во, отлично. Продолжай, продолжай. Смотри, волосы вообще убери назад. И вот шею вытяни вперед. Вот смотри, ты сидишь, слышишь меня?
Тебе надо, вот у тебя только голова вперед тянется. Ты хочешь цветок понюхать. Вот тут рядом с тобой цветок, и ты хочешь его понюхать. Наклони голову на меня. Еще чуть-чуть. Еще. Во-во-во, отлично. А теперь левой рукой на, вот так на платье чуть-чуть, да, вот так, чтобы было. А ту руку вот в локте согни немножко к себе. Вот с волосами поиграй. Вот возьми вперед волосы. И вот чтобы вот так вот ты держишь волосы. Во-во-во, да и вот точно так же. А эту руку чуть-чуть сюда, чтобы она вот не вот так была, а вот немножко вот выгнутый локоть, да. Еще наклон на меня. Улыбайся. Стой, сиди вернее. Вот так же будь. Еще раз так же. Все, оставайся, мы поехали. Вот так сделай эту руку, правую руку. Колбу к виску, да, точно так же, чтобы и локоть повыше, да. Точно так же, а левой рукой вот здесь чуть-чуть возьми платье, прям чуть-чуть. Вот, вот так взяла и чуть-чуть подняла, прям, во-во-во-во-во. Ее прижми. Вот меня, вот на меня не наклоняйте головы. Во-во-во-во. Да. Ты вот так держишь, как будто хочешь шею свернуть. И к нему прижимайся виском, вот так. Вот, да-да-да, во-во-во, отлично. Вот так же продолжайте. Вот так друг на друга прижмитесь. Не-не, сюда-сюда вместе. Да, вот сейчас на меня смотрите. Через правое плечо на него посмотри. С любовью. Отпускай ее. Страшно. Да-да-да. Там очень опасно. А что спрашивал? Нет, там дети хотели туда, я говорю, очень опасно. Дети бесстрашные, им пофигу. Сорваться, мне кажется, с концами, да? Нет, инвалид. Ну, если в реку попадешь, то все, да. Без вести пропавший. Ну, поехали дальше. Дальше едем на нашу любимую качелю. В общем... Все, теперь отходи.
хорошенько. Все, это хорошее видео было. Сейчас он мне так раскатил. Налево смотри. А платье когда надо? Я тебе скажу. Вытяни шею. Может, обувь снять? Да я туфли забыла. Может, я сам решу. Босиком. Здорово. Может, я сам решу. Сейчас сильно налево. И вот в следующий раз отпустишь. Когда? Вот сейчас. Наверху надо. Это качеля, которую знают все, кто побывал когда-либо в Осетии. Ее видели все, даже фотографировались на ней. Даже видео снимали, сторисы, тиктоки, что угодно. Я тоже там фотографировал очень часто, и это тоже случай не исключение. Она всегда уместна, она всегда в тему, и она всем нравится. Поехали дальше. Сюда. Да. Вот так хорошо теперь. Вот как есть, вот Алана, стой на месте, ты ее, держа за руку, вот сейчас обними за талию вместе с ее рукой. Во, так отлично. Да, теперь посмотри на него. Вот так же, как на него смотришь, поверни сюда голову. Да, выше, не вниз, а наверх. Того, что светло. О, вот так хорошо смотри на нее, на него смотри, вместе смотри. Да, отлично. Только наберите воздух в легкие, прям чтобы вот здесь распирало вас. Давай близко. Он тебе сейчас лава шнет. Сейчас он тебе чоп Аллаха отпустит. Потому что ей смешно. Весь процесс смешон. Все, пойдем отсюда. Вот здесь в поле зайдите. Поле. Что, тебе холодно? Это озеро еще, да? Да, вот я же тебе про это говорю. А, вот прям максимум расслабленные. Вот ты ее прям так держишь, что тут? Как будто трупик. Стойка такая, прям расслабься. Вот пошире ноги поставь. Нет, они у тебя вот. Да, еще прям стойку пошире, на ширине плеч, да, вот так. И еще ближе, ее вот так к себе потяни, просто между вами, чтобы расстояние не было. Да. Проехали мы на Медограбинские водопады. К сожалению, очень плохая погода. Можно было, конечно, туда проехать, но мы не стали рисковать. Посмотрели издалека. И так нормально. А чтобы подняться на сам водопад, нужно затратить еще минут 40, час. Поэтому едем дальше на Кахтисар. Поехали.
одна безбашенная девочка была. Она такая, дай руку, только держи крепко. И вот туда спустилась. Куда спустилась? Вот сюда, я ее держу. А там можно спуститься? Нет. А как она спустилась? Ну типа я вот так стою на обрыве, ага. Ее вот так держу, фоткать, а она как, да, будто бы наверх лезет. И так фоткать ее? Одеть мне этот? Да. Внутри. Да, сейчас можно, кстати. Просто я ее держу, а она вниз полезла. Это знаешь, вот то, что вот follow me, uh-huh. А у нее было типа save me. Показываю один раз, как сюда пролезть. А так тут, ну, просто держишься за камень и сюда шагаешь. А сейчас, если вы будете это что-нибудь говорить, что не могу, не могу, боюсь, я вам расскажу одну историю и пристыжу вас. Нет. Хочешь сюда? Вот как я сделал, вот сюда правую ногу наступи, не сюда, а вон туда. У меня просто ноги вспотели. Не... Смотри, тебе надо правую ногу туда поставить, и потом левой туда перешагнуть, и все. Ага. И вот сейчас наступишь наверх, и давай эту руку ко мне, если хочешь. Эту руку ко мне. Ну, у тебя платье вниз пойдет, и не наступишь на него. Давай. Тебе шагнуть надо, давай, 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 давай. Можешь сюда прям идти? Все, видишь, я даже тебя не держал. А как я спущусь? Нормально. Я так 100 раз делал. Вместе можете в ту сторону. Ты слишком сильно на него... Да, вот вместе найдите точку какую-нибудь. Не-не, сейчас солнце не позволяет. Вам нужно сейчас профили. Вот смотри, вот чтобы не наверх, не вниз, вот прям ровно куда-то надо. Вас все равно не будет видно, что вы смотрите в камеру. Мне нужно сейчас, ветер хорошо дует, прям идеально. Чуть повыше подбородки. Глаза сюда. Еще выше, чтобы тени не было, да. Поменяйтесь местами. Алана. Алана. Сейчас. И сделайте лоб, нос. Ты сюда надо. Сможешь? Я тебе помогу. Отсюда тебя он снимет. Отсюда тебя он снимет. Вот сюда встань.
Хотя же такая вот можно мочить. Только не поскользнись. Поднимешься? Вот это я вот так держу рычаг, давай. Держись и поднимайся. Только не поскользнись. Давай. Давай. А как я буду тебя держать? Все, теперь здесь полный твой. Вот там встань, там проще будет. Здесь же ты не боишься? Нет. В ту сторону. Можешь даже, если тебе не будет здесь неудобно, вот здесь присесть. Смотри, можно будет вот так слезть. Плечи расправь, волосы сюда полностью. Туда, да. И сделай чуть-чуть наклон. Здесь расслабь. Да. И левую руку на коленку. Да, 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 да. Сейчас, подожди.